Проснулась станица, проснулся яркий свет на площади широкой. Казар ворожье одет на площади широкой. Казар ворожье одет, казар борсует по неволе. На резвом своем скакуне он поводом играет, как будто на струне он поводом играет, как будто на струне. И первую песню мы хотим посвятить нашей матушке России. Казачья станица линейных казаков, для всех казаков линейных,
для атамана станицы, для всех казачков и казачек, и для всех жителей песня про атамана. Сегодня станица удобная, это часть нашей большой России. Ну а вспомнить, как все начиналось, наверное, именно так шли казаки перегибать к атаман. Конечно, были победы, но были и поражения. Всегда в нашем концерте, как и в казачьем застолье, мы всегда вспоминаем один раз о тех, кого нет вместе с нами. И сейчас эта песня, которую многие из вас слышали, многим даже она нравится, не для меня. Память о тех, кого нет с нами. Не для меня придет весна, не для меня дон разольется, и сердце радостно забьется. Не для меня, и сердце радостно забьется, с восторгом чувств не для меня, не для меня. Бьют ручьи и бьют алмазными струями, и дева с черными бровями. Расцветает, и соловей весну встречает, но он поет не для меня. И соловей весну встречает, но он поет не для меня. Не для меня придет Пасха, за стол родня вся соберется. Христос воскрес, Иисус польется. Христовна песнь не для меня. Вино по рюмочкам польется. Престольный день не для меня. А для меня кусок свинца,
Спасибо. Наверное, многие из вас знают по истории, что когда расселяли казачьи станицы, они всегда были бок о бок с черкесскими аулами. Ну, для того, как говорится, чтобы следили друг за другом, не ссорились, чтобы дружнее жили, правда? Ну и как следствие, значит, не только, что они жили рядом, как следствие, вот у казаков, гляньте, костюм, что-то очень много с черкесским. Бешмет, да? Такой же одинаковый. Бешмет называется, правильно, знаете. Да и башлык такой же, и кунаки были, да, друзья, родственники с казачьей стороны и с черкесской. Ну и, конечно же, там, женами там иногда менялись, туда девчата пойдут, туда она наоборот. Вот. Ну и, конечно же, в песнях, знаете, в песнях тоже было кое-что общее. Вот сейчас мы споем... Ну, такую мелодию, мы ее даже песней не можем назвать, потому что там слова, мы не знаем, о чем она поется. Ну, скорее всего, про горы и про долины. Казачья черкесская мелодия. Черно-бровый,